Наталья Кемерова. Ну, я заметила за собой вот на наших первых лекциях и сейчас, что я это все воспринимаю через голову, что через ум, но не через сердце. Вот туда глубоко почему-то это не заходит. Хорошо, спасибо. Я вам очень благодарен, что вы честно говорите об этом. Я опять хочу сказать, вот смотрите, наш ум очень ограниченный. Почему мы ему верим? Вот вы никогда не задумывались? В ведических трактатах описывается, что этот мир проявлен в 64 измерениях. Пожалуйста, услышьте то, что я сейчас сказал. Это научная информация, которую нам оставили мудрецы. Этот мир проявлен в 64 измерениях. Наш с вами ум мыслит в 3 измерениях. Вы скажите, вы можете вообще правильно понимать жизнь, если мы ориентируемся на свой опыт? Вот этот опыт, который у нас складывается. Это всегда будут неизбежные ошибки. Мудрецы описывают, что обычный человек, он всегда как бы, это абсолютно ненадежное положение. Смотрите, это все равно, что вы стоите на каком-то пятачке, вокруг вас все заминировано, и вам, и знаете, есть только вот один шаг, который вы можете шагнуть, там вот пустой пятачок остался, незаминированный. И вы должны как бы вот шагнуть куда-то, и у вас только одна попытка. Ну как вам такое? Вы как бы стали экспериментировать, но, как знаете, с такой уверенностью. Нет, я как-то подумаю, поразмышляю и шагну верно. Нет, мудрецы говорят, это глупость. Получи знания. И опираясь на эти знания, начни жить.